хорошо. Собери ликвор и пойдем отсюда. Режь сзади сразу под черепом. Я не объясняла, зачем я это. То есть ты тоже не знаешь? И тебя это не беспокоит? Нет, не беспокоит. Я ей доверяю. А говорят, люди на ошибках учатся. Что? Ничего, ничего. Отлично. Пойдем. Да, Волк? Слушай-ка, а может сгоняем на перегонки? Посмотрим, кто быстрее, плотва или Василек? Что скажешь? Тоже мне испытание. Я бы тебя на хромой свинье обогнал. Ладно, почему нет? Сам ты хромой, свинья! Кто первый в Каэр Морхене, тот лучший! Но! Ну, наконец-то. Я тебя заждался. У меня седло сползало. Ага. Плохой балерине пачка мешает. Сам ты балерина. Только холера верховая. Тебе полагается какая-нибудь награда. Если ты настаиваешь. Держи. Пригодится. Крупная тварь. Угу. Месяц я его выслеживал, но все-таки завалил сукина сына. Поздравляю, и все-таки не могу не спросить, зачем тебе его тело. Хочешь сделать чучело и повесить над камином? Хорошие мысли. Но сперва я закончу вскрытие. Эта особь была быстрее, чем остальные. Быстрее и сильнее. Я хочу ее как следует осмотреть. Позволишь взглянуть? Хочешь воздать ей последние почести?
Нет, спасибо. Ты режь, а я пока что-нибудь съем. Отличные когти. 15 дюймов. Они растут у них всю жизнь. Этому было лет 100-110. Ноги мощные. Особенно икры и стопы. И я тебе скажу, быстрый он был, этот ублюдок. Вот он здесь, через миг там, все время в тени. Я едва мог его разглядеть. Как ты его сделал? О, долгая история. Потом как-нибудь расскажу. Давай взглянем на его кишки. Ну как, есть что-нибудь интересное? Фрагменты непереваренной пищи. Похоже, тут запас лет за 10. Человеческие волосы, пряжка от ремня, медики и золотое кольцо. Не хочешь Йеннифер подарить? Если почистить, будет как новое. Нет, спасибо, она носит только серебро. И зря. Все остальное вполне обычно, за исключением печени. Похоже, он имел слабость к крови пьяниц. Давай осмотрим его голову. Длинные усы, выдающаяся лобная доля, но это нормально. Длинные уши и серьга? Ага, я такое видел. Этот вид любит блестящие штучки, как галки. Так, а в пасти желтые тупые зубы. Одного верхнего и нижних резцов нет. Да, зубы он не чистил. Ладно, что там дальше? Думаю, я увидел достаточно. Старая особь, опытная. Было бы здорово научиться понимать возраст катакана по следам, чтобы не наткнуться на такую вот зверюгу без подготовки. Это правда, но давай займемся этим потом. Увидимся. Если что, я готов. Пойдем, нечего ждать. А, кстати, теперь через город до круга не доберешься. Той весной перевал накрыла лавина. Значит, надо идти со стороны пруда. Как во время испытания медальона? Верно. Помнишь, как идти? Такое не забывается. Тот, кто целым с медальоном вернется, докажет, что сего достоин и на путь ступить может. А Весемир слышал, как ты его изображаешь? Угу. Дыра осталась еще от Саволы. Что вы ее не замуровали? Весемир собирался. Но мне она не мешает. Осады нам бояться нечего. А так можно срезать дорогу к пруду. Даже жалко, что саламандры так мало дыр оставили. Или не развалили эту халабуду до конца. Я вот что думаю. Нам что, плыть через весь пруд? Нет, у меня лодка есть. Я тут рыбачу иногда. Вот те раз. Вот бы не подумал, что ты будешь сидеть с удочкой. Я пользуюсь бомбами. Кидаешь одну и вылавливаешь, что всплывет на поверхность. О, это многое объясняет.
Неплохой выстрел. Отличная игрушка этот арбалет. Надо такой же достать. Ну, я поражен. Где ты этому научился? Один старый мастер показал мне пару приемов, когда я был в зарекании. Ладно, ладно. Припаси свои побасенки для очередной чародейки. Как у тебя с Весемиром, поспокойнее? Вроде да. Старичок перестал читать мораль. Я стараюсь его особо не раздражать. И как результаты? Средние. И знаешь, замок большой. В нем несложно разминуться. Зараза! Я же и здесь привязывал. Может, веревка лопнула? Да ты что? Я-то думал, лодка сама отвязалась. Вот зараза. В таком тумане мы никогда... Перед моим приездом была буря. Дай подумать. Да, дней 5 назад. Ага, парус развернулся на ветру, швартов лопнул, и лодка уплыла в кусты. Так, вход в пещеру с другой стороны, видишь? Надо переплыть пруд, пройти через пещеру, подняться на башку тролля, и мы на месте. Теперь это не кажется таким страшным, да? Нет, но все равно оторопь берет. Ты знаешь, что из моей группы вернулись только двое?
Так это вы нарвались в пещерах на старого грота? Угу. Тебя до сих пор это мучает? Мучает? Нет. Просто бесит. На кой хер это испытание? Все равно большинство тех, кто вернулся из круга стихий, сгинули в течение года на каких-нибудь болотах, охотясь на утопцев по кроне 30 за голову. Зачем все это? Весемира спроси. О, я спрашивал много раз. Уверяю тебя. Ладно, собираемся. Прыгай в лодку. Хорошо. Но поведу я. Это почему? Потому что это моя лодка. И все тут. Сам эту посудину делал? Да. А что? Тебе что-то не нравится? Ну, кроме того, что она набирает воду, ничего. Не ворчи. На ту сторону доплывем. Если только не налетим на что-нибудь. Я дальше носа ничего не вижу. Туман густой, как молоко. Тебе пробудился поэт? Ага. Хочешь стих? Валяй. Ламберт, Ламберт, хер моржовый. Ламберт, Ламберт, вредный хуй. Вполне, вполне. Отклонись немножко от ветра, у тебя парус хлопает. Не учи дедушку кашу. Хорошо. Мы уже близко. Готов прогуляться по пещерам? Ага. Только прежде чем мы туда войдем, лучше... Выпить кошку, знаю. Будут еще ценные советы? Например, не шуми, а то разбудишь старого грота. Так старый грот еще там сидит? Если только не оказал нам услугу и не сдох сам, то да, сидит. И в любую минуту может выйти. Как там было в нашем стишке? Чутко дремлет старый грот? Кто разбудит, тот умрет. Пойдем. Слышишь? Там ребенок. Ты же знаешь, что в этих краях никто, кроме нас, не живет. Это иллюзия. А если нет? Делай, что хочешь. Давай проверим, на всякий случай. Правду говорит Весемир. Вечно ты суешь пальцы между дверей. Ну хорошо, пойдем. Эй, малыш! Спокойно, ты уже в безопасности. Нет! Нет! На помощь! Ну хорошо, ты был прав. Всегда пожалуйста. Ты что-то говорил про ум? Позже обсудим. Сперва займемся туманниками. Yeah.
бы мог подумать? Что-то мне подсказывает, что ты мне это будешь долго вспоминать. Ну как же. Весь мир должен услышать о том, как славного Геральта из Риви обманули как младенца. Может, Лютик сложит об этом балладу? Как думаешь? Пусть лучше он споет балладу о тебе, Ламберт или доставучий ведьмак. Лучше быть доставучим, чем наивным. Дольше проживу. Отвлекаясь от темы, я правильно рассмотрел? Этот мальчик? Угу, один из наших. Он, должно быть, утонул во время испытания. А туманники запомнили его облик и голос. Очаровательно. Пойдем отсюда. Меня уговаривать не нужно. Знаешь, я сюда вообще приходить не хотел. Ламберт, хватит. Геральт. Твою мать. Слишком высоко. Я тебя подсажу. Помнишь, как там в испытании? Ведьмак, одинокий охотник. Но даже ему порой нужна помощь. Слова Весемира. Готов? Вот жердяй! Раз, два, три! Да и ты не легкий. Но идем. Стену можно было бы взорвать ардом. Ага. Вот холера. Разбудить старого города. Можешь топать потише. Ладно тебе, я поскользнулся. Ай! М? Что-то мне в глаз попало. Какой-то осколок. Главное, чтобы не осколок льда. Не то станешь еще вреднее. А ты чего ждал, что будет пахнуть фиалками? Я бы не возражал. А, смотри, как сладко спит. Может, сделаем как-нибудь так, чтобы он больше не проснулся? Сукин сын!
Отсюда. Постой! Это тебе за Вольтера, скотина. Вольтер? Кто это? Ты не помнишь? Такой, невысокий, со шрамом на подбородке, вот здесь. А, да, был такой. Ага, был. Остался здесь. Пойдем уже. Хорошо выбраться наружу. Да, но это еще не все трудности. Ты про троллей? Так это у них трудности, не у нас. Лучше смотреть в оба. Мы на их территории. Навалил полные штаны из-за пары троллей? Я когда-то тоже красовался. А потом меня едва не убил простой паренек с вилами. И я отучился. Пойдем уже. Ха! Ты глянь, как он от нас удирает! Тролли обычно себя так не ведут. Ведьмаки! Не ходи дальше. Это горы тролли. Гора тролла. Да. Гора тролли. Ну, поговори. Поговори с ними. Спокойно. Мы хотим только пройти к кругу. Ведьмаки, одно говорить. Другое делать. А иногда третье. Ну сколько можно? С дороги тупиться, а то я вас на гравий порублю. Дошло? Дошло. Поздравляю. Бежим до той пещеры, иначе нас просто забьют камнями. Понимать, но мы все-таки должны идти к кругу стихий. Ты слушать все-таки. Мы к вам в замок не ходить, а там много камень.
красивый камень. Хватит уже с ними расшаркиваться. Это ничего не даст. Дай мне сказать. Ты разбираешься в переговорах, как они в грамматике. Мы вам плохого не сделаем, не будем трогать ваши камни. Дайте пройти. Мы бросать камень, а ведьмаки не отвечать, только болтать. Может, ведьмаки добрые? Ты глупый! Ведьмаки убивать чудища, а тролли чудища. Да-да, не строй рожа! Будет так. Вы здесь оставить острые дубины, вы пройти. Если нет, мы бить. Будь по-твоему, оставим здесь мечи, но заберем их, когда будем возвращаться. Мы их не нужно. Металл, фу, щиплет рот. Ты спятил? Делай, как я, и не ори. Ты, видно, не тот путь в жизни, Вуд. Что? Если я еще не забыл уроки дядюшки Весемира, ведьмаки убивают чудовищ. Плохо помнишь. Ведьмаки убивают опасных чудовищ. Они кидали в нас камнями, Герк. Поплачься Эскелю. Ну, еще пара шагов, и мы будем на месте. О, ну у тебя и одышка. Что-то ты в плохой форме. Ну, у тебя. Просто у меня похмелье. Вы с Эскелем снова нажрались? Нет, я один. Ну, вот мы и на месте. С этим не поспоришь. Вот холера. Красивый вид. Наверное, если даже ты это заметил. Геральт, за кого ты меня принимаешь? Дай подумать. За грубияна? Ха, возразить нечего. Ну, хватит комплиментов. Давай за работу. Ты помнишь, что надо делать с этим кругом? С тех пор, как я активировал здесь медальон, прошло немало времени. Ладно, дедушка, не оправдывайся. Зажги факел и положи филактерий на алтарь. А я сделаю все остальное. Как там было? Сначала вода, потом земля и воздух. Геральт. Хорошо. Филактерий на месте. Ну, осталось только минуту подождать. Контейнер наполнится силой стихий, а мы пока отдохнем. А ты как справился с троллями на испытании медальона? Дай подумать. А, вспомнил. Я использовал Аксий. Но тогда против меня вышел один, остальные были заняты. Ну да, полезный знак. Недавно мне жизнь спас. Интересная история. Отменная. Напали на меня двое разбойников. Один целился в меня из арбалета, другой начал рыться в моих торбах. Сперва я приказал арбалетчику застрелить дружка, а потом повеситься самому. Не обязательно их было убивать. Я мог их убить и убил. Двумя ублюдками меньше. Скажи, ты всегда был таким циничным сукиным сыном? Нет. Пока Весемир не привез меня в Каэр Морхен, я был очарователем. Настолько плохо быть ведьмаком? Говорят, бывает хуже. Жаль только, что у меня не было выбора. Такое было наше предназначение.
Предназначение? Я расскажу тебе о предназначении. Мой отец был пьяницей. Стоило ему надраться, он лупил меня и мать до крови. Мы каждую ночь молились, чтобы он, наконец, сдох. Один раз наши молитвы почти исполнились. Папочка заблудился по дороге в корчму и влез прямо в гнездо накеров. Но его спас один ведьмак. И знаешь, чего он захотел взамен? Дашь мне то, что первым увидишь в доме. Мою жизнь. За жизнь этой мрази. В гробу я видал такое предназначение. Я не знал, прости. Когда в следующий раз задумаешься, почему я такой злой, вот тебе ответ. Ладно, хватит горевать. Пора собираться. Надо забрать мечи, а то ведьмак без оружия, как без рук. Золотые слова, брат. Ведьмаки! Брать острые дубины и идти домой! Угу. Можешь меня не уговаривать. Пойдем, Геральт, пора. Ты прав. Возвращаемся. Только после вас. У нас есть все, что тебе нужно. Прекрасно. Ламберт, приготовь аппаратуру. Эскель, пойди. Пока еще я тут распоряжаюсь, а не ты, моя дорогая. Не ты. Я думала, мы договорились, что возьмемся за Уму, по-моему. Я сказал, что мы тебе поможем. Только и всего. Не знаю, что ты хочешь с ним сделать. Ты все еще не соизволила рассказать. Но ведь это будет небезопасно, да? Как я и думал. Поэтому сперва испробуем другой, более мягкий способ. Что это за способ? Он основан на народных традициях. Я пользовался им множество раз. К примеру, когда расколдовывал Повисского лебедя в 1211-м. Я заберу Уму в горы. И что, будете вместе выть на Луну? Следи за языком! Ты не с Геральтом разговариваешь? Нет, мы не будем выть на Луну. Я положу его на могильную плиту и в полночь подам ему отвар болиголова, выросшего на... А впрочем, не вижу нужды тебе объяснять. По моему мнению... Я его знаю, но я не прошу согласия, а говорю, как будет. Я вернусь на рассвете с Умой или с тем, кто в нем скрыт. Весемир под старой становится раздражительным? Это ничего. Тебя еще не было прошлой зимой, когда Ламберт убеждал его, что надо уходить из Каэр-Морхена. А на что нам эти руины? В стенах грибок, с потолка льет, и холодно, как на долбанной псарне. Весемир встал без слов, взял меч, хлопнул дверью. Месяц его не было. Так, что будем делать в свободный вечер? Весемир говорил, что надо бы заменить балки под крышей, ну, на башню. Можно этим заняться.
А еще можно напиться. Это меня как-то больше привлекает. Я тоже не откажусь от стаканчика, а то и двух. Стало быть, проголосовали. Хорошо, но через минуту. Нам с Геральтом надо поговорить. Хо-хо, звучит серьезно. Еще увидимся. Что случилось? Ничего. Я хотела тебя на минутку задержать. Так, чтобы ребята не учуяли, что мы будем делать. А что мы будем делать? Пойдем наверх и займемся любовью. Ты обходишься без намеков. Я слишком стара, чтобы изображать стыдливого подростка. Разве что ты меня попросишь. Так что идем, ты потом к ним присоединишься. Через часик или через два. Или через три. Ловлю на слове. Так-так. Голубки все-таки решили к нам присоединиться. Не заскучали? Ты сам слышал, Ламберт. И потом, это не наше дело. Ох, Йен, рюмок у нас нет. Будешь из кубка пить? Хоть из банки. Может, не будем надираться молча? Хоть новостями обменяемся? Эскель, расскажи все-таки, как ты завалил катакана, которого мы вскрывали. Катакана? Ого! Опасные твари. И привередливые. Эту особь интересовали только девицы из высшего общества. Прям как меня. Ламберт, нас не интересуют твои фантазии. Что до вампира, даже мне интересно, что у тебя вышло. Мой заказчик устроил бал для городской знати, чтобы выманить вампира. Я был в маске. И должен сказать, в жизни у меня не было такого успеха у женщин, как в ту ночь. Флиртуешь на работе? Скверная идея. Вампир нападет, а ты только что штаны спустил. Это да. Но с моей рожей приходится использовать каждый шанс. Может, тебе все время ходить в маске? А тебе с кляпом. Так что с вампиром? Я сговорился с одной юной алхимичкой. Она нагрузилась всем под завязку. И с штехом, водкой, грибами, и вышла в сад. Вампир нашел ее, напился, так что и боя-то толком не было. Современная сказка о вреде обжорства. А что с алхимичкой? Все в порядке. Потеряла немного крови. Самым тяжким было похмелье. Она с месяц один рассол пила. А у тебя что, Ламберт? Было что-нибудь интересное, не считая поисков Таулера? Да. У меня был контракт в Ланексетере. И, надо сказать, довольно выгодный. В
ковере золота немерено. Знаешь, сколько там дают за утопца? Цыц, я сейчас рассказываю. Так вот, им докучал великан. Грабил караваны, народ в болото утаскивал. И гадил на большаках, которые из-за того становились ужасно скользкими. Хватит нагнетать, переходи к делу. Ладно, оказалось, никакой это не великан, а толстый лесной тролль. А караваны грабила шайка разбойников. И что ты сделал? Убил разбойников, чтобы на дороге было спокойно. Потом тролля. Награду за его голову давали. Ты прагматичен, как всегда. Мог бы иногда брать пример с Ламберта. Забыть хоть на время про идеалы и думать о деньгах. Я знал, что чародейка меня поймет. В последнее время столько всего приключилось. Короли, драконы, заговоры. А потом... я нашел Йен. Мы страшно за тебя переживали. Но лучше расскажи, что там с Умой? Долгая история. Я шел по следам Цири. Велен, Скеллиге. В Новиграде снова пришлось спасать Лютика. Его опять поймали в кровати с кем-нибудь не тем? Раз уж зашла речь о старых друзьях Ебли и Новиграде, как там Трис? Кажется, мы про Уму говорили. К нему мы еще вернемся. Вся ночь впереди. Ламберт, это уже не смешно. Ну ладно, тогда вернемся к серьезным вещам. Йен, что ты хочешь делать с Умой? Я уже сказала, завтра расскажу. Давай рассказывай, уже за полночь. Я подвергну его испытанию травами, но только если... Ты, сука, что? Повежливей. А ты слышал, как... Второй раз просить не буду. Я извиняюсь. Ты собралась сделать из него ведьмака? Разумеется, нет. Я хотела сказать, что проведу его через первую часть испытания, потому что... Потому что хочешь посмотреть, как он мучается? Не перебивай, иначе я посмотрю, как мучаешься ты. Чтобы вернуть Уме прежний облик, надо сначала... Как бы это объяснить? Представьте себе кусок глины. Чтобы придать ему форму, надо сперва его вымочить, иначе он рассыпется. Первая часть испытания именно это и делает. Она как бы открывает тело к переменам, и только потом мутагены превращают человека в ведьмака. Какие шансы, что Ума выживет? Небольшие, но выбора нет. Разве что Весемир провернет этот свой трюк с болиголовом. Старик свое дело знает. Это будет первое испытание за многие годы. Я знала, что ты будешь осторожничать. Да при чем тут осторожность? Все секреты давным-давно забыты. И нечего их вспоминать. Я не предлагаю налаживать производство ведьмаков. И не надо. Видишь ли, до этого момента у нас был отличный предлог не брать учеников. Это надо обсудить. В другой раз. Кому еще? О, мне! Только закуска кончилась. Геральт, не сгоняешь на кухню? Хм. Господа, была рада с вами выпить. С тобой, Ламберт, особенно. Но час уже поздний. Не засиживайтесь. Завтра важный день. Не послушал. Они никогда не слушают. Ты о чем? У Эскеля тут был контракт на самовиллу. Отличная история. Сейчас расскажу. Только долей сперва. Моя печень. Это что? Мучильня. Одна часть спирта, одна часть белой голубки. Ну что смотришь? Ян ушла спать. Пора переходить к серьезным напиткам. Тогда давай еще по одной. Ну, до дна!
Может, перекинемся в карты? Почему нет? Играем на деньги? Ну да. Разве что в гвинт на раздевание. Может, хоть тогда пойму, что бабы в тебе находят. Ладно, херами потом будете мериться. Кошели на стол! Что это с ним? Неважно, играем. Ох, я же не помню, что у меня. Так. Ну, попробуем, короче. Так, что он там? В принципе, все круто. Отличная партия, Геральт. Особенно ход... Эскель, хватит его расхваливать. Наливай. Так что там... Что там с Самовилой? Да вот затянул одного пейзанина танцевать. А тот нет бы обрадоваться, что живым ушел. Влюбился в нее по уши. Хотел, чтобы я ее поймал. Я отказал. Он пошел сам ловить рыболовной сетью. Думается мне, они до сих пор по стерне мазурку пляшут. Отличная история. И с моралью. И что за мораль? Держись подальше от опасных женщин. Ладно, сменим тему. А что, не хочешь признать, что я прав?
Ну, как знаешь. Не умничай, наливай. Холодно тут, как у ледяного великана в жопе. Господа, сейчас вернусь. Пасу и вернусь. Вы с Ламбертом ладите? Пожалуй. Я просто привык, что при нем не стоит говорить о некоторых вещах. Их, наверное, целый список? Ну да. Здорово. Молодцы. Развлекаетесь, значит. Алкоголь, должен вам сказать, злейший враг ведьмака. Откуда ты выкопал этот чепчик? Из сундука Весемира. Писк мода 1112-го. Старик, небось, в нем по девкам ходил. Или, как тогда говорили, кадрил мамзелей. Мальчик, ведьмачья работа — это вам не карты и выпивка. Это тяжелый труд. Не нам лопочут младенцы. Не нам. Ладно, ладно. Нам и одного Весемира хватает. Снимай, пока не испачкал. И наливай. Ох, и налью, Эскель, налью до краев. Потому что без водки ты сухой, как щитовод в гипсе. Эй, давайте устроим что-нибудь веселое. Слушай, тебе с нами скучно? Нет, просто все как-то... Неспешно. Красавчик прав, слушайте. Меня ксенфуртский студент научил одной игре. Что? Говоришь, я никогда не... И продолжаешь как угодно. Тот, кто это делал, пьет до дна. Потом следующий, то же самое. Ну давай, попробуем. Начинай. Я никогда не... Не спал с суккубом. Вот так. С Геральтом-то все понятно, но ты... Эскель, Эскель, вот уж в тихом омуте. У меня слабость к рогатым женщинам. Ладно, моя очередь. Я никогда не... Не просыпался после попойки в одних подштаниках. Геральт, с Ламбертом все понятно, но ты... Что сказал бы папочка Весемир? Думаю, папочка Весемир тоже бы выпил. Ладно, Геральт, твой ход. Я никогда не... Я не выпрыгивал из окна любовницы. Крепкий, должно быть, был муж у этой твоей дамочки. Не в том дело. Это был друг. Я не хотел причинить ему боль. Да... Вот она, настоящая дружба. Ладно, господа, давайте заканчивать. А то я вам в глаза смотреть не смогу. Водка. Водка кончилась. Сгоняйте за добавкой. Я уже ходил за жратвой. Ладно. Скажу. Кухнешь сам? Ландарт, дружище, я вот что тебе скажу. Ну? Ты иногда прямо такая свинья, но я тебя люблю, братик. А ты иногда жуткий хвостун. Ну вот ведь, сука, я же за тобой в огонь пойду. Пойди сюда, дубина. Так, холера разбилась. Хорошо, хоть пустая. Где Эскель? Долго его нет, надо... Надо бы его поискать. Это работа для Весемира. Не начинай. И сними уже эту шляпу. Куда этот молокосос подевался? Может, он того? В опасности?
Тогда мы идем на помощь! Эскель! 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 Я вино разлил и влез в него. И ты встал на колени, чтобы это увидеть? Если бы я нагнулся, меня бы вырвало. Эскель! 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 Эскель, давай, давай! Эй, слышишь? Как дыхание раненой виверны? Флера, значит, дошло до боя. Ага. Эскель где-то здесь. Держи! Вот же он. Со своим верным звоночком. Эй! Эскель! Подъем! А? Что? Что случилось? Набрались мы в три... жопы. Вот что случилось. Вставай, пошли пить. Оставьте меня. Я сейчас сблюю. Стоит нам втроем собраться, всегда этим кончается. Значит, надо найти четвертого. А еще лучше бабу. Кроме Йен тут никого нет. Ее лучше не будить, поверьте мне. А что та чародейка, с которой ты говорил? Ты подумай. Мы включим мегаскоп, пригласим ее вежливо. Она к нам телепортируется. Может, и подружек прихватит? Ну, что скажете? Ламберт, ты гений. А то. Приглашаем ложу на вечеринку? Да, сука, приглашаем! Так, как это работает? Ну, тут покрутить, там повернуть, а потом... Надо сказать что-нибудь по-эльфски. Говно вопрос. Ну, за дело. Стойте-ка, а когда эта Ида нас увидит, мы ее напугаем. В смысле, на магичку-то мы не похожи. Я знаю. Переоденемся в платье Йеннифер. Сумки ее там. Ты что, это собрался надевать? Заткнись, умник. А то так корсет затяну, что все штаны засрешь. Не ной, Эскель. Сейчас будешь весь в в мишуре. Только никому не рассказывайте, ясно? Никому! Настолько барахла натащил, я уж решила на тут жить собой. Да, да, будто на тебя шили. Тесновато только. Одевай, давай. Не, не это. Оно тебе по фигуре не подойдет. Эскель, холера! У тебя ж талия осиная. А ты сам осина. Ну ладно, давайте же. Я в этой штуке еле дышу. Так, я буду говорить, а вы двое занимайтесь кристаллами. Кайдмил, блядь, хойно... Фокус-покус Чармары Арсблатана. Что это? Кто там? Я очень извиняюсь. Мы ошиблись. Стража! Бумага кончилась, ваше превосходительство!
Не ты, баран! Ложа! Ложа хочет меня убить! Надеюсь, у вас есть объяснение происходящего? Очень хорошее объяснение. Иди в кровать. Сейчас же. Таких дураков поездка. Проклятие. Дурацкий сон. Вижу, все уже на ногах. Разит перегаром. Эта шляпа дорога мне как память, Ландорт. Успокойся, все отстирается. В угол их потом поставишь, а сейчас за работу. Весемир узнал что-нибудь? Пока вы носились за велохвостами и играли с мегаскопом, я осмотрел ум. И вот что я заметил. Когда его сознание, скажем так, расслаблено, он ведет себя по-другому. Когда он засыпает, у него движения меняются, взгляд, но только на мгновение. Поэтому я ввел его в транс. Сначала ничего не происходило. Но когда он впал в летаргическую фазу, я что-то услышал. Вздох или стон. И это был не голос Умы. Не представляю, как нам это поможет. Тогда молчи. Спасибо, Весемир. И прости за то, что я тебе наговорила. Парни рассказали, что мы собираемся делать? Да. И мне это не нравится. Но я доверяю тебе. Я думал, мы избавились от этого стола много лет назад. Ну, я не видел унылого Альберта уже лет 50. Жаль его было выкидывать. Я подумал, а вдруг пригодится. Ну, сами знаете, я человек старый. Ага, у каждого деда полный чердак пыточных устройств. Ну ладно, и что теперь? Можно начинать. Надо только приготовить зелье. А почему мы не... Почему не сделали этого раньше? Потому что препараты для испытания крайне реактивны. Их надо использовать сразу после приготовления. Ты доволен? Геральт, приготовь эликсиры. А ты, Эскель, возьми бутыль спирта. О, нет. После прошлой ночи я... И продезинфицируй инструменты. Ну, мальчики, раз, два, раз, два. Ты не знаешь, кто скрыт в теле Ума? Так как ты считала пропорции? Сделала несколько сложных вычислений. Экстраполировала кое-какие данные. Провела симуляцию процесса. Словом, все наугад. Угу. Что такое? Я нашел заметки Беренгара. Судя по тому, что я прочитал, он пытался выковать Торхэр, а ты ему помогал. По крайней мере, давал совет. Парень не сумел выковать меча, но вместо того, чтобы пустить меня к наковальне, морочил голову расспросами. Все хотел сделать сам, как всегда. Но потом все кончилось, потому что этот чертеж черти взяли. В прямом смысле. То есть? Беренгар отправился охотиться на черта. Тот поселился в долине за замком. Не пойми, с чего взял с собой все свои вещи. Может, думал повозиться с этим мечом, как с чертом разберется. Ну, ты сам знаешь, какой он был. Так или иначе, черт оказался сильный. Слишком сильный. Беренгар убежал. А потому, как бегать с мешком в три пуда весом под мышкой тяжело,
Пришлось ему все свои вещи бросить. Красный он был от крови и от стыда. Рта почти не раскрывал. И сразу после этого дела уехал. Навсегда. Конец истории я знаю. Слушай, а как попасть в логово этого черта? Я знал, что ты этого так не оставишь. Проще всего взять лодку и плыть по течению реки до самого конца. Только смотри, у Берингара, конечно, были свои недостатки, но дрался-то он отлично. Так что если черт еще там, он и тебе может дать прикурить. Зелья готовы. Инструменты тоже. Хорошо. Весемир. Вытяжка чертова корня, чтобы приглушить боль. Я знаю. Я это уже делал. Эскель, надсеки ему вены и вставь трубки. Геральт, расставь эликсиры по подставкам. Готово. Тогда открывай клапаны. В любом порядке. Чертов корень подействовал? Если бы он не подействовал, Ума уже впал бы в болевой шок и умер. Значит, все в порядке? Нет. Но в пределах нормы. Давай следующий эликсир. Я надеялся, что мне больше никогда не придется на это смотреть. Зачем тогда оставил стол? Геральт, следующее зелье. Ой, Сикайфин. Что теперь? Теперь будем ждать, пока эликсиры сделают свое дело. День. Или даже больше. Да, вы ждите. А мне придется поддерживать стабилизирующее заклятие. Организм Умы не так гибок, как у юного кандидата в Ведьмаки. Без помощи он... Эскель, прости. Ты не мог бы... Сейчас тряпку принесу. Я не верю, что мы это делаем. Вытираем блевотину с пола? Я про испытание. Если там Цири, испытание может уничтожить ее тело или выжечь эмоции. Ты думал об этом? Йен знает, что делает. Не сомневаюсь. Но мы-то знаем, что она делает. Она тебе говорила, какой шанс, что все получится. Господа... Пол чище уже не будет, а меня надо бы протереть. Не обижайся, но я бы предпочла, чтобы это сделал Геральт. Понятное дело. Я тоже. Нормально? Да.
тело Умы распадается изнутри. Когда процесс завершится, надо будет сформировать его заново, или он умрет. Вам, ведьмакам, давали для этого мутагены, а мы будем использовать заклинания. Йен, ты засыпаешь. Вот и нет. Вот и да. Тогда сделай что-нибудь, чтобы я не заснула. Могу тебя ущипнуть. Может, позже? А сейчас просто расскажи мне что-нибудь. Слышала историю про то, как мы с Цири катались на коньках? Нет, не припомню. Той зимой, когда она тут училась, Цири жаловалась, что я слишком суровый учитель. Поначалу пыталась отлынивать. Потом она попросила меня покататься с ней на коньках. Я не хотел, я раньше никогда не ездил, но она настаивала. И только мы вышли на лед, она начала носиться вокруг меня и кричать. «Нет, не так, работай ногами, одна, вторая. Перекрест, нет, плохо. Пяткой не тормози, ни носком». Нет нужды говорить, что после этого... Он проснулся. Пора. Пора снимать заклятие. Готовь филактерий. Ты знаешь его? Да. Эльф. Айн-Эйн. Знающий. Где Цири? Спрятана. Остров Туманов. Но там... там небезопасно. Охота. Чего охота хочет от Цири? Крови, старшей крови, чтобы открыть врата. Нельзя. Этого нельзя допустить. Остров Туманов, где это? Повсюду. И нигде. Слушай, знающий, мы снимали заклятие не для того, чтобы в загадки с тобой играть. Проявляем. Арвейн Кирайан. На Скеллиге. Плыви за ним. В Амгалу. Торопись. Быстрей. Я пытался защитить ее. Но проклятие. Охота. Еще не нашла остров. Пока это вопрос времени. Но если она уйдет, они найдут ее сразу. Хватит, Геральт. Смерть еще не отпустила его. Он придет в себя? Не знаю.
Ты сам видишь. Не все прошло так, как мы планировали. Я сняла заклятие, но... Испытание уничтожило его организм. Судорожные движения пальцев. Зрачки не реагируют на свет. Я видел это уже много раз. Слишком много. Токсины необратимо повредили его нервную систему. И даже если он выживет, вы понимаете. Я еду за Цири. Постой. Тебе не кажется, что ты должен нам кое-что рассказать? Откуда ты знаешь этого Авалакха? Какое он имеет отношение к Цири? Йеннифер вам все объяснит. Главное, приглядывайте за ним. Он не друг. Может и нет, но Цири ему доверяла. И отмахиваться от его слов не стоит. Ты слышал, что он сказал? Заберешь Цири с острова Туманов, и охота тут же возьмет ее след. И что тогда? Что ты предлагаешь? Цири не может убегать вечно. Однажды она запнется, и второго шанса у нее не будет. Пора добыче стать охотником. Геральт найдет Цири и приведет сюда ее и охоту. Они понадеются застать нас врасплох и будут очень разочарованы. Мы собираемся с ними сражаться? Мы, пятеро? В этой развалюхе? А у нас есть выбор? Кроме того, зачем откладывать неизбежное? Красавчик мог бы найти еще пару бойцов, которые умеют мечом махать. Или владеют магией. Хорошо, я заберу Цири и найду союзников. Отправлю всех сюда. Есть пара особ, с которых можно стрясти долги. Какие-нибудь приятные девицы? Ага, они самые. А вы что собираетесь делать? Мне придется заботиться об Авалакхе. Он умрет без постоянной магической поддержки. Если я помогу ему, шансы есть. Немного, но все-таки. Мальчики и я подумаем, как встретить наших незваных гостей. Добро. Пора в дорогу. Удачи тебе, волк. И передавай привет ласточке. Возвращайся быстрее, Геральт. Так, ну и отлично.